Друзья мои, приветствую вас. Мы находимся сейчас в городе Чаплыгин. Это Чаплыгинский механический завод. Здесь установлена система отопления теплопанель. Это потолочная, инфракрасная, низкотемпературная, лучистая система, которая позволяет ежемесячно снижать затраты на отопление до 52% и снижать затраты при закупке котельного оборудования. Инфракрасный низкотемпературный луч, проходя сквозь воздух, нагревает поверхности, пол, станки, стены. Проходя сквозь воздух, не нагревая его, воздух нагревается вторично. Поэтому минимальный градиент температуры по высоте не превышает 2-3 градусов. Высота данного помещения 7 метров. Обратите внимание, кровля бетонная. Здесь также присутствуют зенитные фонари. Но наша система создает комфортную температуру внутри здания, не создает подвижности воздуха. То есть под ней находиться абсолютно комфортно. Если вы будете под ней стоять, не будет никакого эффекта костра. Вы не ощутите никакого теплового напора. Все отлично работает. Поэтому, если вы хотите найти реализованный объект в вашем регионе, либо посетить данный объект, оставляйте заявки по ссылке под видеороликом, либо пишите комментарии. Наши специалисты оперативно ответят на все ваши вопросы, сделают вам расчет, и вы сможете сравнить и узнать стоимость. Подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы. Всем удачи!